Как сделать яблочную щепу? Итак, берем яблоню. Вот. Она у нас корой. Снимаем кору. И оставляем сушиться несколько дней на свежем воздухе. Так, следующий этап – это расколка на щепки. Сейчас вот такие щепки, их сушим 2-3 дня. Далее будет этап замачивания, тоже 2-3 дня. А вот этап замачивания. Замачиваем 2-3 дня, меняем воду 3-5 раз. Обратите внимание, щепочки. Вода сразу желтеет в яблочной щепе, а в дубовой щепе становится коричневой. Следующий этап – это кипячение щепок, сушка и поджарка в духовке. Температура 250 градусов. Можно 280. Главное не пропустить момент, чтобы они не задымились, не загорелись. Подрумянились, все готово. Не более 20 минут. Итак, вот щепы готовы. В этот раз пришлось их поджарить до 30 минут. Аромат печеного дерева очень ароматно, вкусно пахнет. Вот видите, эти еще варятся. Потом они последуют в духовку для поджарки. В духовке. Осталось немного. Вот такие, собственно, и должны выглядеть. Одной щепки это ориентировочно 1 литр. То есть для 3-литровой банки вам достаточно вот 3 щепок. Минимум 2 недели. Можно дольше, хуже не будет. Так, всем пока. Приятных всем напитков.